не использовал ширину поля. Залзули. Смещается, сам бьет. Вчера Гонсало Гедеш за Валенсию такой гол забил. Но для Гедеша это обычное дело. Залзули. Во-первых, слева-то не выходил, чтобы такие маневры делать. Неужели? Гол забит. Да. Слушай, он засчитан, мне кажется, пока что. Нико Гонсалес перед воротами был, он обыграл вратаря. И есть такая вероятность, что линия обороны Осасуны все-таки не была выдержана. Вот она передача. И действительно, здесь даже запас. Гол правильный. Великолепный пас на Нико Гонсалес, и он забивает свой дебютный гол в чемпионате за Барселону. Это Унай Гарсия завис. Унай Гарсия, да. Там Анкайола подает с правой. И удар есть. И гол. Асасуна вот отыгрывается. Начало. И это Давид Гарсия, насколько я понимаю. Сейчас он повернется спиной. Да-да, вот он. Давид Гарсия, который уже, кажется, третий свой гол в этом чемпионате забивает. Центральный защитник Асасуны. На штрафном пройти сюда, конечно, нет. А вот не держали Давида Гарсию совсем. Умтити не держал. Умтити был повернут к нему спиной. Так и отбегал. Он просто подумал сыграть мяч. Дембеле на правом фланге. Один, конечно, но все-таки на скорости. И Хуан Крус едва ли с ним справится. Есть постраховка какая-то. Подача Фрэнки де Йонг. И Абде, гол! Ну, наконец-то. Прописался парень. А вот теперь очень любопытная ситуация. Если там действительно рука была, такая сказать, достойная пенальти в штрафной Барселоны, то гол отменят и назначат этот самый пенальти. А дальше смотрим, что было в штрафной Осасуны. Очень много футболистов Барселоны расположились по одной линии. И вот это касание защитника только помогло довести мяч до Залзули. Он достоин, конечно, своего гола. И Барселона, как это принято при Хави, забивает сразу после выхода из раздевалки в перерыве. Его сейчас пытается держать Бускетс, да, но подача в другую зону. Манкайола уже подскочившему пробил. И еще удар и гол! Гол Асасуны 2-2, это Чими Авила. Чими Авила, который давно не забивал красивые голы. Вообще, какие-то забивал, но красивые были у него только до травм. Люк де Йонг вынес этот мяч, естественно, не глядя. Ну, конечно, не то, что поставили мяч, но, тем не менее, вот он был доведен до этой возможности, а раньше были другие ситуации. А все равно Барса прижимается. Если хочется цепляться к мелочам. А тут еще рикошет. Тер вполне может хорошо подать штрафную. Все. А вот это почти издевательство над Барселоной, да? Свисток в момент полета мяча, даже не после уже подбора.